Чувашии строится специализированное учреждение для содержания иностранных граждан, находящихся в Чувашии без регистрации. На совещании, посвященном строительству, обсуждались вопросы окончания ремонтно-строительных работ и перспективах на 2013 год. Спецприемник будет находиться в селе Новое Атлашево. В начале будущего года учреждение уже должно принять первых постояльцев. Оно рассчитано на 15 человек. Для открытия нужно создать штат из 13 человек, провести отделочные работы и обустроить помещение. Незаконные мигранты, подлежащие выдворению, смогут находиться в учреждении по решению суда, пока специалисты миграционной службы не подготовят документы и не купят билеты. Сроком до 2 лет. Средства на содержание иностранных граждан выделяет республиканский бюджет. Пока функцию спецприемника в республике выполняет специальное учреждение Управление МВД по городу Чебоксары. В нем под надзором сейчас находятся 4 иностранных гражданина, ожидающих выдворения.